Лига чемпионов возвращается в Тирасполь. 3 ноября «Шериф» играет против «Интера» на домашней арене. Наш клуб – лидер группы «Д». В национальном дивизионе еще не на первой строчке, но к вершине все ближе. Клуб из Бельц – очередная ступень к лидерству. После Лиги чемпионского Милана возвращение домой бельцы сами себя не обыграют, наши помогут. «Шериф» принял единственную команду, которая смогла одержать победу над тираспольчанами в национальном дивизионе. Это было еще до «Интера» и «Реала», и даже до «Тиуты» и «Алашкерта». Лига чемпионов сейчас очень популярная тема. Даже те, кто не увлекались футболом, слышали о победах «Шерифа». Вот и сейчас в игре против «Бельц» многие зрители пришли поддержать команду. Посмотрите, как много фанатов на трибуне. После Лиги чемпионов география на трибунах все шире. На «Шериф» приезжают смотреть чуть ли не со всего мира. Мы приехали сюда на каникулы. Здесь находимся уже 4 суток и завтра возвращаемся в Чехию. Я вижу, на память вы приобрели несколько футболок с «Шерифом». Да, увезем домой в качестве сувениров. «Шериф»? Мои друзья говорили, что «Шериф» круто играет, особенно в Лиге чемпионов. И мне стало очень интересно. Мы приехали в Приднестровье как туристы. И теперь, я думаю, вернемся сюда и в следующем году. Только уже как болельщики. «Шериф!» А этот парень добирался на матч «Шерифа» на велосипеде. Стефано Компаньони приехал к нам из Италии посмотреть на игру тираспольчан вживую. За игроками «Шерифа» очередь из журналистов. Итальянский Sky Sports записал проникновенное интервью с Бруно. Там про сложное начало карьеры и мечту, которая стала реальностью в Тирасполе. Fico mirando os vídeos de La Champions e fico pensando como pode 6 anos atrás eu estava jogando na rua, na várzea, né, e hoje jogando a Champions League. Кастанеда и Бруно уже звезды. В «Шерифе» появляются и новые имена. С бельцами счет открыл Халид Басит. Это его дебютный гол за тираспольчан. Скажи, вот сейчас команда идет вперед. Как ты болеешь за них? К голам Трауре мы уже привыкли. В этом матче у него ассист и забитый мяч. Позади меня виднеются красивые башни главной арены. Там пройдет домашняя игра с «Интером». А пока репетиция на малой. Здесь «Шериф» ведет. Счет на табло 2-0. Дальше будет кубковый матч. Исторический для гагаузского «Саксана». Игра пройдет в среду. В этом году 1/8. Я думаю, никаких проблем не будет. Просто сыграем 27-го эту игру. Потом у нас игра с Петрокубом. Вот там вот более серьезная игра с более серьезным соперником. Соперником, с которым идет борьба за самые высокие места. Ну и 3-го, конечно, игра ответная с «Интером». Поэтому будем готовиться, будем думать, сделаем ротацию, если нужно. Подготовка к ответному матчу с «Интером» полным ходом. «Саксан», «Петрокуб» – часть дороги, которая должна вернуть «Шериф» в сказку под названием «Лига чемпионов».